Всем привет! Смотрите, как восстановить данные с RAID массива первого уровня сетевого хранилища Netgear ReadyNAS. Как вернуть случайно удаленные файлы с корзины и достать информацию с нерабочего NAS. NAS от Netgear серии ReadyNAS – это довольно быстрое и безопасное устройство хранения данных. Производители заявляют о множестве уровней защиты от потери важных данных. Чтобы получить максимальную отдачу от системы хранения, нужно понимать представление концепции конфигурации дисков. В данном типе NAS по умолчанию используется система хранения данных X-RAID, но также предоставлена возможность использования стандартного типа хранения, так называемой FlexRAID. Каждый из типов хранения обеспечивает надежность хранения информации, но все же не может на 100% уберечь ваши данные от потери. Далее в видео я покажу, как изменить тип хранения данных на данном NAS, как вернуть случайно удаленные файлы и как достать информацию с разрушенного RAID. Как я уже говорил ранее, в данном NAS система ReadyNAS по умолчанию использует X-RAID. Чтобы перейти на FlexRAID, нужно выполнить сброс до заводских настроек и затем выбрать FlexRAID. Также изменить тип RAID можно в настройках системы RAIDAR. Имейте в виду, что сброс к заводским настройкам стирает все данные и настройки в системе ReadyNAS. Для сброса устройства на корпусе NAS есть специальная кнопка Reset. Чтобы сбросить, ее нужно зажать несколько раз при старте устройства. Или перейти в раздел System Update. Factory Default. И нажать кнопку Perform Factory Default. Factory и ОК для подтверждения. Откройте программу RAIDAR, выберите из списка ваш NAS и кликните по кнопке Setup. Затем установите отметку напротив Flexible Volume и нажмите Create Volume. В результате начнется процесс создания RAID. По окончанию состояние Installing изменится на Creating Volume и после на Booting. Итак, операция прошла успешно, у нас есть новый том. Далее настроим FTP доступ к хранилищу. Для активации FTP сервера перейдите в раздел Services – Standard File Protocols. Установите отметку напротив FTP и кликните по кнопке Apply. Далее можно создать сетевую папку и установить права доступа. Для этого откройте раздел Shares – ADD Shares. Задайте имя сетевого каталога и нажмите кнопку Apply. Теперь нужно настроить параметры защиты данной папки. Откройте Sharing Listing и кликните по кнопке «Изменить настройки доступа по FTP» рядом с новой папкой. Установите права и кликните по кнопке «Apply». Для защиты от случайного удаления в данном NAS можно активировать функцию корзины. Корзина Netgear ReadyNAS – это функция протокола CIFS. После активации пользователи могут восстанавливать удаленные файлы из корзины по умолчанию в течение 10 дней. При активации функции корзины и доступа к ресурсам по протоколу CIFS удаленные файлы временно хранятся в корзине, а после установленного времени удаляются окончательно. Также удаляемые файлы могут быть удалены при доступе к общему ресурсу через другой протокол. Перед восстановлением убедитесь, включена ли данная функция в настройках сетевой папки. Откройте раздел Shares – Share Listing. Кликните по вкладке CIFS. Прокрутите страницу вниз и убедитесь, включена ли здесь данная опция. Если корзина включена, вы увидите папку с именем корзина в корне общего ресурса, содержащую удаленные файлы. Просмотрите и выберите файлы, которые вы хотите восстановить. Затем щелкните их правой кнопкой мыши, чтобы восстановить. Если же корзина отключена, воспользуйтесь программой для восстановления данных.
В том случае, если достать файл из корзины не получилось, у вас нет резервной копии или устройство хранения вышло из строя, в результате чего RAID разрушен, а доступ к данным невозможен, вернуть важную информацию вам поможет программа для восстановления данных. Скачайте и установите программу Hetman RAID Recovery. Hetman RAID Recovery поддерживает все популярные файловые системы и типы RAID. В автоматическом режиме соберет из дисков разрушенный массив, и вы сможете достать из него важные данные. Для начала процесса восстановления извлеките диски сетевого хранилища и подключите напрямую к материнской плате компьютера с операционной системой Windows. Обратите внимание, что перед тем, как начать процесс восстановления данных, вы должны подготовить свободное дисковое пространство равной емкости данных, которые вы собираетесь восстановить, чтобы скопировать восстанавливаемую информацию с массивов диска. Еще при выходе из строя накопителя, в зависимости от уровня RAID, вы можете потерять часть данных, которые восстановить не получится. Если вы используете нулевой RAID, при выходе из строя одного диска, часть информации будет потеряна безвозвратно. Дело в том, что данный тип массива ориентированный на производительность методом чередования данных. Это означает, что информация записывается на каждый из дисков частями, что обеспечивает высокую производительность ввода-вывода при низких внутренних затратах, но в свою очередь это не обеспечивает избыточности. При такой ситуации будьте готовы, что вернуть данные полностью не получится. После подключения накопителей и запуска программы она в автоматическом режиме начнет сканирование дисков и построит из них разрушенный RAID. Ниже отображается детальная информация о собранном RAID. Для поиска утерянных файлов кликните по разделу правой кнопкой мыши и нажмите «Открыть». На следующем шаге нужно выбрать тип анализа – быстрое сканирование или полный анализ. В случае выхода из строя сетевого хранилища и программа верно собрала RAID, достаточно будет быстрого сканирования. По завершению сканирования откройте папку, где лежали файлы, которые нужно вернуть. Программа сохраняет всю структуру и имена файлов, поэтому найти нужные не составит труда. Их содержимое можно посмотреть в окне предварительного просмотра. Отметьте все, что нужно вернуть, и кликните по кнопке «Восстановить». Укажите место, куда сохранить данные, диск, папку, а затем нажмите «Восстановить» и готово. Все выбранные ранее файлы будут лежать в указанном каталоге. Если программе не удалось найти файлов после быстрого сканирования, запустите полный анализ. Для этого вернитесь в главное меню программы, кликните по диску правой кнопкой мыши и выберите «Проанализировать заново», «Полный анализ». Укажите файловую систему диска, отметку поиска по содержимому для начала можно снять, это ускорит процесс поиска. А на этом все, надеюсь, данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока.